Веселые викторины, игры и познавательные беседы. Все, что угодно, лишь бы дети города запомнили летние каникулы надолго. В городском центре досуга работает для организации развлечений юных десногорцев целый отдел. Конечно, во время каникул ребята должны быть задействованы. И поэтому к нам приходят многие летние оздоровительные лагеря. Мы проводим с ними различные мероприятия разной направленности. Это и викторины, и конкурсы, это и презентации. Каждое мероприятие проходит при полном зале. Ребята с большим энтузиазмом участвуют в конкурсах и викторинах. Мероприятия, которые проводит центр досуга, замечательные, классные, познавательные очень. Очень много всего я узнала сегодня. Я не знала то, что у кошки светятся глаза, я только сегодня это поняла. И она чувствует усами. Я теперь буду ухаживать за своей кошкой, а то ухаживает только мама. Пока ребят развлекают знатоки своего дела и профессионалы, родители могут не волноваться за своих чад и работать спокойно.